Так, снимаем. Смотри, антенне пизда не пройдет сейчас. Все что угодно может быть. Провод! Стой! Оторвали сип, но не сильно. Снимаем одним кадром. Прикольно. Стой, стой, стой! Стой, Серега! Стой! Там генератор понесет! Убили! Операция продолжается. Интересный подъем мачты не предвещал беды. Главное, чтобы антенну не сломали. Хотя за нее уже заплачено. Нормально. Очень интересно. Почти. Надо наблюдать, походу, уже с этой стороны. Так, антенна.
Давно такого не было. Очень интересно. Экстремально. Главное, чтобы они антенну не сломали. Хуй с ней, с антенной, живым бы отсюда выбрался, он 220 болтается. Блин. Россия. Пошел подъем. 15 метров труба. 17. 15. Ну пусть не 15. Какие ваши варианты? Хотя мне кажется, она не 15, она что-то невысокая. Не согнут ли они ее? Ну они вот там, вот главное, чтобы антенну не оторвали, а остальное это ерунда. Я что-то как думал, это все быстрее, без отрыва, 220 будет происходить. Нет, Россия, сынок. Отсюда плохо видно, что там происходит. Ты же моложе меня. Да я вижу, что здесь происходит, лучше не смотреть. Лишь бы труба туда не пошла. Будем убегать. Она что-то прям на деревья, на эти. Блять, им бы эти кусты спилить бы надо было. Надо было, но они не сообразили. А, тут тенек у них. Говорят, что не надо. Вроде поднимается, смотри. Они сейчас заведут ее. Она гнется вся, вот что проблема. Она же кривая будет. Ну труба-то хер с ней, что кривая. Да, она под землю высмотрит здесь. Контент. Сейчас они ее смотрят, да. Сколько нужно человек, чтобы закрутить лампочку? 5. Ну здесь с мачтой примерно история та же. Ну хотя вот трактор, да, решает вопрос. Не, я не пойму, что с него выпендриваетесь? Давай вдвоем поднимем, посмотрим, кто будет выглядеть. Так же, только быстрее. И я бы не стал так говорить. Просто мы с тобой машину разворачиваем. Помнишь этот фотографии, так, где видео когда снимали, когда это, где куча народу поднимали кривую трубу? А, вручную? Да. Ну, было такое, да. Да. Ты же подыму сейчас. Ай, блядь, она вся гнется, блядь, удочка грёбаная. Да, да. Как хрустит, будет смешно. Главное, чтобы она не сломалась. Это пиздец. Давай-ка подальше отойдем. Поднимается труба. Выше подними. Еще. Почти поставь. Ой, блядь. Ну если сюда улетит, то мы убежим за елку. За какую-то елку не только не убежишь, он на провода держит. Куда нас смотрит? Если она такая будет стоять, то это работать с ним будет. Ты подожди, брат, они еще не оценили еще. А-а-а. Вот ты же снимаешь для кого? Для себя или для YouTube? Для YouTube. Для YouTube, скажи, сейчас поставили на глаз. Надо по прибору, но мачта не крутится. Поэтому все на глаз. Кто-то сказал, что в ту сторону. Поставили. Ну, на кривая. Как она смотрит-то, блядь? Лишь бы не в землю. Ну сейчас, может, поровнее поставит, пойдет что-то там. Ну, дядька тоже самоубийца был. Прыг с копчей, бегом, провода свернули. А все почему быстро делается? А все почему быстро делается? Корпоратив на носу сегодня. Там. В январе. Шашлыки. Сегодня 13 января? Пятница? 14. Сегодня не пятница. Пятница. Пятница 13-е. А 13-е? Да ну нах. Ну ладно, подожди, стой. Че, правда, что ли, пятница 13-я? Ну-ка покажи. Подожди, брат, какое число-то сегодня? Где гребаный календарь-то? Паша, айфон новый? Ху, 14-я. Где? О. А, точно, ж пятница будет. Ну. Суббота ж будет 15-я. Фью. А, там другая пьянка будет. Это хорошо, что не пятница 13-я. Пизда бы ты мачте была бы сейчас. Ну, предпосылы уже были. Ну ладно, в принципе, вроде поставили, пойдем посмотрим. Я бы не стал там подходить, подождите минутку. Молоточка здесь никакого нет, да? Ну, откуда же он здесь у вас? Во, молоточка такой. О! Вот эти можете взять, да? Здесь у туда пойти. Петрович, не поем это домой. Виталька сколько привезет? Я вроде не сильно страшен. Да ты вообще красив. Да. Вот.
Женька приедет за Колькой? Или ты сегодня опять пить не будешь? Не буду. Молодец же. Буду. Техника.